наш сегодняшний специальный гость, господин Коста Дзюй, трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и чемпион мира среди любителя. Это абсолютный чемпион мира по версиям ВБЦ, ВБА, ИБФ среди профессионалов. Уважаемый господин Костя, спасибо вам за участие в конференции. Я бы хотел сказать нашим менеджерам, что вы друг фирмы Цептер под номер один, и что вы амбассадор здорового образа жизни, и что вы пользуетесь с нашей продукцией. Но давайте, чтобы мы вас услышали, увидели, работает ли наш микрофон, а я бы вам потом задал несколько вопросов. Надеюсь, все меня слышат. Да, вас очень хорошо слышно. Добро пожаловать на нашу конференцию. Я бы хотел задать вам несколько вопросов. Когда и как вы узнали про биотрон светотерапию? Прежде всего, я узнал о компании уже очень давно. Мы с Зеком знакомы более 15, около 20 лет назад, как мы познакомились. И у меня в голове отложилось что-то. Он мне уже много раз предлагал начать сотрудничество, но у меня все не хватало времени. А тут произошел определенный случай в моей жизни, когда один из моих детей, ребенок заболел. И я пришел в больницу на процедуры, и мне на процедуре как раз встретился с биотроном. И потом у меня подсознательно, где-то я помню это название. Кто-то мне об этом продукте говорил. Потом начал вспоминать, не вспомнил сразу. Но я не знаю, существует слово «судьба». Зэк мне звонит через 2 дня и говорит: «Как дела, дружище?» И меня пробивает. Все пазлы сошлись. Я говорю: я тебе хотел звонить, я тебя искал. Не поверишь, но вот такая ситуация. Мне нужна вот этот продукт. Утром следующего дня сам продукт, сам биотрон уже был у меня дома. И мы начали лечение, и в течение месяца у нас то воспаление, которое было, ушло. Буквально за месяц нам давали долгие лечения, но буквально за месяц все исчезло, то, что должно было намного дольше лечиться. И называется, у меня не оставалось другого выбора, как просто войти в команду. Ну, супер, супер, молодец. Но вы уже ответили и на мой второй вопрос. Я хотел задать второй вопрос. Как ваш опыт и ваше семя по пользованию биотрон светотерапией, но вы уже это сказали. Значит, еще добавлю. Да, добавлю, давайте, то, пожалуйста. Этот продукт, так как он у меня сейчас дома находится, у нас есть две версии, одна перевозная и вторая уже стационарная. Стационарная находится дома, это в спальне в нашей, периодически там раз в несколько дней, если что-то где-то, а у меня болит все время, что-нибудь, я ложусь на процедуры. И буквально очень все быстро, намного быстрее идет восстановление, мышечное восстановление, суставное восстановление. Поэтому как, пару месяцев назад у меня произошла определенная травма спины. Было небольшое защемление нерва. Буквально через тоже в течение месяца у меня по постоянных использование этого биотрона, у меня боли практически исчезли. Поэтому это мое уже личное. Поэтому слово биотрон – это продукт, который со мной всегда. Мы уезжали на полгода из Москвы, где я живу. Взяли с собой портативный. И то же самое использовали это в дороге. Очень удобно. Но... Супер, как я вас понимаю, значит, вы рекомендуете каждой семье, чтобы имали минимум один биотрон дома, правильно? Не только дома. Есть такое слово «спортсмен», это болезнь такая называется, спортсмен. А у спортсменов нет такого, чтобы что-то не болело. Поэтому как на сборах, как на соревнованиях, это, он должен быть с вами.
Я не говорю, что он вылечивает мгновенно, это волшебство такого не существует, но оно помогает и увеличивает скорость восстановления в разы. Ну, спасибо вам большое. Если могу задать один такой личный вопрос. Я слышал, что ваш сын тоже занимается боксом, и что он уже пятый в миру. И от 17 боев одержал 17 побед. Правильно? Следующий бой у него 31 марта. Вы бы могли нам что-то рассказать про этого вашего сына и его успехи? Да. В 14 лет решил заняться боксом. До этого играл в футбол неплохо. Был в сборной команде Австралии уже юношеской. Но в один день поменял свою точку зрения, начал заниматься боксом в любителях, а потом, вот 4 года назад, сказал: папа, у меня есть желание перейти в профессионал и начать профессиональную карьеру. Я ему одно только ответил: сына, ты видел все, что со мной происходило, и как все это тяжело. Если ты готов пройти этот же путь, потому что легко не будет, я тебе гарантирую, будет только тяжело, будет больно, и это нормальная часть твоей жизни. Если ты готов, я всегда поддержу тебя. Вот 4 года, 17 боев. 31 марта он проводит свой очередной бой с очень хорошим соперником, бывшим чемпионом, с австралийцем. Это будет хороший бой. Бой, который поставит его на новую ступень. Надеюсь, все будет хорошо. Я думаю, что за 2-3 дня у меня начнется, я даже не знаю, определенная истерика в моем организме. Никак, ничего не помогает. Биопром, думаю, тоже не поможет мне. В том, что то волнение, которое будет у меня из-за того, что я нахожусь в России, в Москве, а он в Австралии. И, к сожалению, я никак не могу помочь. И вот единственное, беспомощность вот это убивает тебя. Но, зная, как Тимофей готовится, уверен, что все будет хорошо. Супер! Желаем успеха Тимофею и будемо за его, значит, чтобы победил 31-го. Значит, вместе с вами желать ему успеха. Спасибо вам, Костя, что участвовали на нашей Zoom-конференции. Желаю вам тоже успеха в сотрудничестве со Цептером. Но очень вам придет очки Цептер. Так что мы сейчас увидимо ваш один отзыв для наш замечательный продукт Биотрон. Желаю вам, Костя, успеха. Спасибо вам. Всего доброго. Друзья, всем привет! Я уже рассказывал про Биоптрон, прибор, который лечит особым потоком света. Он снимает усталость, заживляет раны, ожоги, решает любые проблемы с кожей. Сегодня хочу показать его компактную версию. Вот этот малыш всегда со мной, в любых путешествиях. Он и снимает боль, когда это необходимо, и просто помогает восстановить энергию после длительных тренировок. Я от него в восторге. Всем хорошего настроения, здоровья. Всегда с вами в одном углу. Ваши гости.